Привет всем! Я нахожусь в Катании на площади. Это арка, которая... Раньше это был вход в Катанию. Или выход. Вот она, я здесь. Сегодня утро. И я, наверное, очень еще не проснувшаяся. Мы идем завтракать с нашими родственниками. Non ci capito, non ci capito, non è per male. Andiamo! Ha visto? A 1-1 magari! Sì, casi non ci capite! Mamma mia! Io mando a casa! Come noi andiamo a fare colazione! То есть сегодня... Сейчас 8:30 утра, и мы должны идти завтракать в бар. Здесь это обычное явление завтраки в бар. Обычно здесь завтракают. Обычно здесь завтраки летом. Едят мороженое с булочкой. Но не знаю, как насчет мороженого с булочкой. В данный момент сейчас дождь. То есть погода испортилась. Если вчера я еще была на море и принимала солнце, уже научилась говорить, как принимать все. Они тут все принимают или все только делают. И вот это такая вот кьеза старая, старинная. Короче, здесь очень старый. Сейчас я перейду дорогу, а то меня задавят. Они ж, видите, они не останавливаются. Они едут и все. И будут тебя давить. Даже сицилианцы, тут вообще определенная тема. По дорогам. Видите, какие старые дома? Вот это вот вниз спускаться, внизу Пьяцца Дуомо. А это одна из таких улиц Виктории Эммануэля. То есть она старая. Здесь вся Катания, она старая. Вот они будут все идти на меня вот смотреть. Вот видите, они мне все повернулись и все на меня смотрят. То есть мужчины здесь просто... Они останавливаются и будут смотреть тебе вслед с открытым ртом на тебя. Ну или на меня, я не знаю на кого. Я вообще здесь девочка, для них очень высокая. Потому что они люди все очень маленькие. Фредо. No, io faccio video. Он парло, и по лору асентон. Вот сейчас мы придем в бар. Вот представьте, какие дома. Вот вам, пожалуйста, Сицилия. То есть настолько они старые, не реставрируются на таких центральных улицах. Улица эта как бы историческая. И с ней ничего не делают абсолютно. Я не знаю почему. Возможно, частную собственность трогать нельзя. Возможно, они не хотят ничего делать. То есть... Не все так, как кажется. За граница красота неописуемая. Красота везде, только на центральных площадях и на новых улицах. Все остальное... В принципе, как везде. Вот бар, в который мы будем заходить. Он не самый тоже лучший бар, но здесь очень хорошо готовят. И поэтому, как они все сицилианцы, итальянцы, они привыкли все. Они привыкли все к одному и тому же месту. Вот витринка. И даже, чтобы не случилось, они все равно хотят... Andiamo. Все равно хотят быть именно здесь. Бонжорно. Так, снимаю мороженое. Смотрите, мороженое. Сколько много мороженого. А что это? Cosa vuoi? Гранита, салюты. Come lo vuoi? Кафе, c'è кафе? Sì. Va bene. Lo vuoi con banana? Но, солнце пани. Вот тут такие вот булочки продают.
булочки всякие, пирожные, мороженое. Там обычно это подрона каза. Потому что мы всегда здесь. Мы всегда здесь ходим, кушаем, завтракаем, поэтому все как бы знакомы. На этом буду заканчивать. Кафе на даче, да, если вот кафе.